Мы очень гордились своим серебром, Дима, в прошлом году. Ну, замечательно, спасибо еще раз. Вы знаете, я сначала не мог понять, что же за машина это такая шоу-бизнес. То есть я занимался любимым делом, я учился, я готовил себя, я, не знаю, не спал ночами, переживал какие-то жизненные ситуации, которые у меня свалились в прошлом, в позапрошлом году. Все это было достаточно тяжело, и я понял, цена популярности, чтобы потом присутствовать на программе, и чтобы тебя раскладывали по частям. Это действительно замечательно, но все-таки я вспоминаю слова той же самой пресловутой песни, которая была просто записана на русском языке. Я помню, как здесь здорово, в этой же студии меня поддерживали. Но, правда, Владимир Вольфович Жириновский, который я очень сильно люблю, сказал мне такую фразу перед выступлением. «Дима, без победы не возвращайся». А что же я должен был делать, если бы я занял 10-е место? Я должен был себя бы сжечь или страдать, я не знаю. Но дело в том, что мы сами понимаем, какая это действительно машина. Но хочу сказать, я готов отдать все, чтобы находиться здесь и чтобы болеть этой сценой, несмотря ни на что. И еще слова песни. Так устроен этот мир, что имеем не храним. Правда одна, нет или да, но иногда знаешь, любовь. Вот эта любовь, которая поворачивается потом не любовью, вот так. Она не права иногда бывает, понимаете? Так что, пожалуйста, я вас умоляю. Давайте все-таки, вот если в зале, Андрей, извини, да. Вот если в зале, спасибо, вот если в зале есть хотя бы один человек, которому нравится творчество Данилки, который просто, я не знаю, может быть, первый раз поцеловался под какую-нибудь из его песен. Билан нравится или, больше. Или, я не знаю, что-нибудь Билан. Еще произошло. Я считаю, что это уже нужно уважать, потому что какому-то человеку это помогло. И поэтому, пожалуйста, давайте все-таки любить друг друга. Я надеюсь, что это будет происходить, Артур. Я искренне благодарен Артуру за поддержку на Евровидении. Я вот благодарен Филиппу Киркорову за то, что он познакомил с замечательными людьми, которые помогали. И вот эта поддержка, она чувствовалась. И вот страны поддержка. Дим, я тебе желаю удачи. Можно одно слово? Но за тебя я вас обожаю стыдно. Просто. Слушай. Вот просто очень люблю. Вы молодец. Обожаю вас. Просто обожаю. Дима, не уходи, оставайся там. Такое впечатление, что мы Билана отправляем на Евровидение сегодня. Нет, Билан должен сейчас передать эстафету. Не уходи, раз ты уже стоишь в центре. Встречай таинственную группу «Серебро». Они появляются сейчас в нашей студии. Елена Темникова, Марина Лизоркина и Ольга Серябкина. Надежда России на Евровидение 2007. Группа «Серебро». Девушки! Я хочу сейчас перед всей страной, девушки, передать вам эстафету, потому что в этот раз вы будете стоять и смотреть с большой сцены на многотысячный зал и видеть вот эти флаги. Бело, синий, красный. Вам удачи. Спасибо. А девушки уже в образе? Девушки уже в образе. Вы слышали сегодня тут баталии, которые идут. Представляете, да, что будет с вами, если вы победите? Как будут вас раскладывать, колдун, разбирать? Более-менее как-то. Как оцениваете свои шансы на успех? Ну, шансы, я думаю, неплохие, потому что в прошлом году победила прекрасная группа «Лорди». А в этом году, в принципе, это конкурс песни. У нас замечательная песня. Я в ней уверена. И мне кажется, она понравится как русским, так и европейцам. Девчонки, а вылезать из рояля будете вы? Ну что давайте, как Дима Билан, надо продолжить. Появляться! Прошу заметить, не вылезать, а появляться!